да. Тут их много. Ребята, воля вам, вольная. Девять новых жителей. Куда же ты пошел от еды подальше? Нравится, лесом пахнет. Самые любопытные. Нет, они на самом деле просто меньше всего людей боятся, они дольше у нас прожили. Вот эти вот, которые лежат, они мало с людьми контактировали, они более дикие. Так, ты что, решил к маме вернуться? А этот пошел побег устраивать. Ты ему еда не нужна, они только поели. Подальше, говорит, от вас мерзкие людишки надоели за зиму. Ты посмотри. Так. Первый признак бешенства. Нападение ежика на человека.